показывает. Эдж не решается брать Рафаэля. Видимо, считая то, что Белиал слишком хорошо степит. И сможет отстепить даже антистеп-опции. Килик Мицуруги. Монах против самурая. Что сильнее, палка или острый клинок? Пока что, как мы видим, острый клинок... Нет, все-таки на равных. Пока что на равных очень. О, нет, вот он, летал хит. Отжирает чудовищный летал хит сейчас Эш и забирает первый раунд Белиал. Так. Хороший прессинг демонстрирует Бел. Чудовищно много дамага, короче, наносит с, из стойки, с миксапа. Очередной миксап стоек. Эдж начинает накручивать свою палку за 3 километра от своего противника. Не знаю, насколько мудрое это было решение. Разводочки из бэктерна. И Эдж забирает этот раунд. Очень равная игра у нас сейчас происходит. Я напомню, это гранд-финал. Эдж против Белиала. Так, нужно дописать, наверное, что Эдж у нас идет по сетке лузеров. А Белиал по сетке венеров. И тем временем Эдж накрысил бой и выкинул Белиала. Что ж, 2-1 по раундам. О, хороший дамачок. Белиал отжирает почему-то на вейке эту хрень. Зачем, непонятно. Эдж очередные миксапы из бэктерна. Бросочек. Так. Мицуруги включает Soul Charge. Это может быть очень опасно. Эш контрит его 1-1. 1А плюс Б. И отталкивается от стены. Бьет палкой в лицо. Степит, но не смог завив панишить это. Включает свой Soul Charge. Просто тычет Белиал. И вифает, вифает ультра килика. Но Белиал почему-то не запанишил это. И отжирает 4КБ сейчас. И умирает на земле Килик. Миксап и стойки. Нагрев брони. Хороший степ. О, летал хит. Это много дамачка. Нет, это мало дамачка. Я-то думал, сейчас пол лица просто оторвется, как это бывает в этой игре с летал хитов. О, этот удар тречит. Все тречит у Килика. Возможно, и не нужно было брать никогда Рафаэля. Совсем мало хп остается. На одну хорошую комбу хп у Белиала. И почти полные жизни у Эджа. Но слишком рано я это сказал, потому что Белиал только что отрывает половину лица Эджу. И они сравниваются по хп. Ультра войдет, да. Будет ли это килл? Неужели хватит дамага? Нет, не хватает дамага. Как мало снимает ультра после 3Б у Килика. Это невероятно. Натыкивает Белиал и удар плечом. Удар плечом читерский от Эджа. Ой, тфу-ты, от Белиала. И Белиал забирает первый бой. Напоминаю, Белиал у нас по венерам, Эдж по лузерам. Белу нужно выиграть 3 боя, Эджу 6. Пока что очень равная, конечно, игра. И палкой в глаз тычет. 3Б гикается реверсал Эджем. Но... Эдж угадывает. Реверсал Эдж угадывает Эдж. Какие каламбурчики пошли у нас тут. О, вот неужели там есть фреймы Супер Тех Крауча в ВСБ Килика? Но какие бы фреймы Тех Крауча у тебя не были, 2КБ все равно тебя найдет и добьет. Хорошая ги от Эджа, но почему-то не использует гвард брейк, чтобы перебить его. Угадывает Эдж. Сейчас будет дамачок неплохой. Это неужели Эдж запорол? Очередные миксапы из бэктерна. И это рингаут. Я уже видел это. Нет, это не рингаут. Это просто до хрена дамага от волкомбы у Мицуруги. А еще кто-то говорил, то, что нет его. Белиал отжирает всякое немыслимое говно зачем-то в контрхит. Удар палкой. И Азура. Азура Дэнс. Рандом ультра на вейке. Он ушел. Он ушел от рандом ультры на вейкапе. При
помощи стойки. И угадывает реверс лэш и забирает этот раунд. Это невероятно просто. На пиксель ХП. О, это было, конечно, очень круто. Эдж читак прочитал. Неплохие миксапы, неплохая нейтрал игра. Выигрывает Клэш сейчас Килек. Намешивает 1А. Эх, реверс лэш от Мицуруги. И в очередной раз угадывает Эдж реверс лэш. Не угадывает дальнейший миксап Белиал. Перепрыжка, нет. Будет сбит с воздуха 4КБ. 1К. 4КБ. 2К. Что же будет? Плечо. И это паниш. О, или это был контрхит. Я не успел разглядеть. Я не помню, сколько по фреймам это. 2-1 по раундам. Черт, какие же хайповые бои. И невероятно. Эш угадывает. Хотел оттолкнуться от стены, но тогда же лучше. Не регикает в этот раз Белиал. Степит, степит, все степит. Бесконечные просто отходы назад. О, какой оттяг! Какой читерский оттяг есть у Килика. Бросок. Паниш ультрой. 2-2 по раундам. Черт, насколько же равные бои у нас. Наверное, весь топ-8 у нас невероятно равные бои. Всегда 2-2 по раундам. Не знаю, там 3-2 по боям. Это конечно, круто. Не может перебить 2. 4КБ пытается на рингаут пойти Белиал. Но сам вылетает, не рвет. Этот бросок в лоу Белиал. И вылетает с этой арены 1-1 у нас. Вау. Неужели это будет переломным моментом, когда Эдж сломает Белиала, сломает волю его к победе? Или воля самурая сильна и непоколебима? Не может Эш ничего отгикать. Но удалось ему влезть. О, как тречит этот удар. Это невероятно. Реверс лэш в постги. Отличная опция. Угадает ли? Пока что клэшбэшками. И он угадывает. Сейчас будет просто до хрена дамага. Да, это Азура. И он отстепил. Он успел отстепить после удара в реверс ледж. Черт возьми. По всей видимости, Эдж у нас собрался. Так, 1Б. К. 2КБ. Но Бел не продолжает его. Еще лоу-удары. Как много лоу-ударов у Килика. И все они сейфовые, такое впечатление. Белиал пытается наказать хоть что-нибудь, но не выходит. Отлично прочитал и сел Белиал под ударом. И некуда было уходить от тягом. Позади Москва. Можно идти только вперед. Никакого оттяга больше. Хорошо влезает в контрхит сейчас Эш. Два раза зачем-то гикает в воздух. Ох, летал хиты, конечно, у Мицуруги очень страшные. Плечо. Закончился почему-то прессинг у Белиала. Не хочет он продолжать, хочет уйти от края, не хочет улетать еще раз. Начал играть очень сейфово, очень аккуратно. Тычок. И 4КБ. В очередной раз не смог Эш отгикнуть, не хватает по фреймам. Видимо, нужно оттягивать немного ги. Еще тычок в пузико. Ги отведывает Белиал. Даже не пытался регикнуть, он пытался там постепить, чтобы не отождрать это на блок, но отождрал это в хит. Так, по 2 бара у каждого из оппонентов. И вот Soul Charge с Мицуруги. Не удивлюсь, если он... Да, это... Нет, он запорол комбу. Что же будет? Да, Soul Charge от Килика. Если он попадет броском, он выиграет. Да, он попадает, и он выигрывает. 2-2. Да что ж такое, что за игры? Это невероятно просто. О-о-о. Я даже, наверное, рад, что я проиграл, потому что не знаю, смог бы ли я показать настолько хорошую игру сам. Отличная ВСБ.
Ох, хорошо прочитал этот удар сейчас Эдж. И очень пол ХП буквально оторвался этой камбулины. 6 АА. А, в очередной раз Эдж пытается гикнуть. И в очередной раз он вифает им воздух. Ему удалось. Как ему удалось сьюкемиться? Ведь это техтрэп гарантированный. Или Белиан что-то запорол. И удалось еще отролиться очень удачно. И не угадывает Эдж 2КБ в очередной раз. 1Б. Ах, не удалось. И что? Почему не было отблока? Было, он бы попал. Набежать с подкатом яростно и безжалостно. Вот какую опцию выбирает Эдж. О, это невероятно просто. Так, ну что ж, Белял начинает агрессивно, но отхватывает звездюлину в лицо. Эдж в очередной раз вифает броском. Фу ты, броском. Ги. Уже не знаю даже, что сказать. Здесь столько всего происходит, черт возьми. Очередные лоу-разводочки от Эджа. И еще автоги он пихает. Да что ж такое-то? Такое впечатление, как будто нельзя никуда подлезть к этому килику с его длинной-длинной палкой. Подходишь вплотную, он тебя гикает. Отходишь назад, он тебя тыкает. Угадывает, на этот раз угадывает. Эш делает оттяг. И это да. Бел не угадывает мидлоу миксапы. И Эдж забирает этот раунд. Неужели мы увидим ресет сетки? Хороший дамачок сейчас демонстрирует Эдж. И, о боже, сколько дамага вот с этого летал хита. И Эдж отжирает, пытался на палке встать в небо. Прыжки. Миксап из места. Потыки. Тычок в глаз. Ох, катаны в глаз. Или Soul Charged раз. Килик выбирает катаны раз. Отлично, отлично влезает в мист Эдж. Знает этот матчап. Колено не дотягивается. 2КБ дотягивается всегда. Он 2КБ достанет вас, даже если вы находитесь на другой арене. И это рингаут! Невероятно! Эдж сумел отстепить, и буквально они только что находились в центре арены, как Эдж сделал рингаут, угадав всего лишь одну опцию. Возможно, Белялу стоит поменять эту арену. Так, лоу-удар. Лоу-удар с тех краучем. Потыки в глаз, слишком много тыков. Эдж не выдерживает и лезет туда. Есть бар у обоих игроков. Что же будет? Хороший степ от Беляла. И бар включает килик. Не удалось ему гикнуть. Просто бросок. Да, ультра. И это будет дохренище дамага. Они сравняются по ХП, даже если... Нет, просто сравнялись по ХП. Минимальнейший лид по ХП сейчас есть у Мицуруги. И он включает свой Soul Charge. И да, Мицуруги БА перекатом забирает этот раунд. 2-2 по раундам. В очередной раз. Очередной бой у нас 2-2. Угадывает Белиал. Просто все спорит, комбу не делает, Just Frame. Уходит с линии атаки сейчас Килик. 2 бара. Напоминаю, есть 2 бара у Килика. Делает лоу. Ультра. Неплохой дамаг. 6-6Б. 3Б. Ожирает 2-2Б в блок. И заканчивается. Запарывает комбу Эдж сейчас. Что будет? Нету бара у Мицуруги. Он уже не так страшен. Бросок рвется. Еще лоу-удар. Ноги. Еще ноги. Потыки. Тычок в глаз очередной. Еще лоу-удар. 4КБ. Реверс Эдж. Он степит его. Еще лоу-удар. И это был... Да. Должно хватить дамага. И Эдж. И это невероятно. Эдж у нас ресетает сетку. И все по новой, дорогие друзья. 0-0. И эти 3 боя, 4 боя, что вы только что видели, забудьте. Этого ничего не было. Белиал задумчив. Белиал задумчив, он не знает, что придумать. Господи, если они продолжат так же играть, я голос тут
нахрен сорву. Белял начинает отличный прессинг. Хорошо уходит от 6А, но не дотягивается 4К, чтобы завив панишить. Реверсал Эдж. Эдж не угадывает реверсал Эдж, который сам же инициировал. Бросочек, отличный бросок от Эджа. Не рвет Белял. Хорошо ролится от лоу-поки. Ох. Колено. Рокет не знаменитая. Это, по-моему, был реверсал Эдж, который не успел открыться. Пиксель ХП на один миксап сейчас у Эджа, но он выдает невероятную комбу. 1А плюс Б и тычок в пузико. Пытался Эш налететь ногами, но получил тычок в пузо. Бросок рвет. Черт возьми, практически все угадывает сегодня Эш. Это чудовищно как-то. И не успевает отканцелить. 6А. Хороший миксап и хороший прессинг. От Пилиала. Еще бросок. Рвет в очередной раз. Рвет бросок. Эш, будет ли сейчас? Нет, он просто отстепил и влез. Хороший дамаг. К из бэктерна. Ривер. Солчарж. Пилиал влезает. Солчарж. Это вифпаниш. И Эш забирает этот раунд на пиксель. ХП ультрицом. О. Неужели это просто будет свип 3-0? Потому что Эш чудовищно уверенно сейчас играет. Ох, не угадывает. Единственное, что... Как? Он сел под медом? Что? Он сел под вертикальным медом? Как у него это вышло? Акуба, плиз! 2КБ на... Ловит степ. Забирает. 2-1 по раундам. 1А плюс Б. Конечно, очень хороший удар у Килика. Он сейфовый. Дает дамачок. Новый миксап из бэктерна от Эджа. Так, у Беляла сейчас есть полный метр. И он просто невероятно дамаг наносит. Будет ли включать солчаш? Белял нет. Он так забирает этот раунд. О, ну что ж, будет ли то же самое? Первый раунд забрал Бел, а потом насосал 3 штуки подряд. Что же мы увидим здесь? Не меняют, по-прежнему никто не меняет арену. Ох, очередные тычки в начале раунда от Беляла приносят ему гигантские плоды, но не сейчас. Мне почему-то не удалось автогикнуть при помощи стойки Эджу. Буквально на секунду раньше Эдж всегда делает ги, и окно успевает закрываться. Ох. О, как невероятные какие... О, черт как! Как это, как он смог угадать это? Как он угадал 2КБ и запанишил его? Летал хит. Это будет очень хороший дамачок. Да. Вейкап. Я решил просто в блоке отстоять. Хороший прессинг. О, хороший гвардбрейк. Греет броню. И это летал хит. Летал хит с автоги. Очень неплохой дамачок еще с этого вылился. И... О, это конец? Неужели? Да. 2-1 по раундам. Ох, невероятно уверенно сейчас чувствую себя Эш, видимо. Ох, хороший дамачок от Эджа. Любит он поспамить теперь эти ножки. Хороший постги опции выбирает Эдж. Не отжирает лоу. Блочишься на реакцию Белял. Не угадывает Эдж лобра. Нет, нет. Слишком сильные миксапы Белиала. ББ паниш. И вошел буквально Эдж. Точнее, вошел Белиал в удары Эджа. И отожрал. 1-1. Пытался перепрыгнуть этот удар, но почему-то
Вифнул Джамка. Что? Почему так мало дамага было? Ох, не может даже шевельнуться с места. Белял, все попадает в контрхит. Что ж такое? Братик, остановись. И это рингаут. Да. Это рингаут. Во, все угадывает. Эдж влезает везде, где только может. И в очередной раз, два раза подряд он не смог реализовать ги. Ах, 3Б должно панишиться даже за килика. Там минус 14. 4КБ. Прекрасная опция. Не угадывает вейкап Эдж. И в очередной раз не угадывает. Пиксель ХП. Эш включает Soul Charge. Дамачок. Что будет дальше? Белиал угадывает лоу удар. Или он увидел его на реакцию и запанишил его. 6К. Прыжок. Не попадает прыжок. Реверс ледж. Клэш. Что будет дальше? Реверс ледж. И угадывает Белиал. И насаживает на свой клинок этого монаха. Еще очередные хорошие панши демонстрирует Белиал сейчас. Отличный оттяг. Есть Soul Charge у Эджа. Возможно, стоит его включить. Нет. Нет, не решался. Не решался Эдж тратить Soul Charge в этом раунде. Видимо, оставил на сладенькое на этот раунд. Белиал все пытается отбэкдэшить. Влезает через 3Б. Soul Charge от Митсу. Может быть, очень много дамага. БА перекат. Угадывает Эш, не садится. Знал, что не будет 2КБ. Степит второй удар после 3Б. 6А не законфермил. 2КБ. Вошел в стойку Мицуруги и затыкал. Затыкал бедного монаха. Не смог открыться у Эджа в этот момент тех крауч. Что ж, Белиал у нас сейчас находится на матч-поинте. И продолжает затыкивать в путика сейчас Мицуруги. Угадывает, не дотягивается Эдж. Антистепы. Не удается. Ох. Какие риды демонстрируют нам игроки. Такое впечатление, как будто они это постановочные бои. Настолько все тут прекрасно. Как же странно вифает-то на вейкапе, когда килик встает на палку и отпрыгивает в сторону. Зря Эш использовал там ги. Не встает Белиал под тех трэпы. Набирает себе на Soul Charge. Прессит в углу сейчас Бел. Выжидает Ги. И еще броню нагрел до красна. Реверс Лэш. Вифает реверс Лэш, потому что Эш бывает его отцепить. Неплохую комбу демонстрирует. 6Б. Еще 6Б. Отпрыгнул. Метр от Мицуруги. 2КБ. Вейкап. Ролится от вейкапа. Будет ли Soul Charge от Эджа? Нет. Еще 2КБ от Мицуруги. Будет ли сломана броня в этом раунде? Влезает Белиал. И ломает броню. И забирает этот раунд. Эдж тем временем потратил еще метр. Что ж. Белиал у нас на матч-поинте. Отличный степ демонстрирует Белиал. Отличное знание персонажа. Есть пар у Эджа. Ничего не угадывает в конце. Зажат у стены на краю. В этот раз Белиал зажат у стены на краю. Бросок рвется. Белиал пытается влезть. Эдж знает, что делать. Садится. Little hit. Дамаг.
Вив Панш. Да, это Панш Ультрой. Хватит ли дамага? Неужели у нас новый чемпион? Нет, он живой. Он еще живой, он еще дышит. У него еще есть шанс. Что будет? Солчар от Келика. Белял сидит. Бэшки. Что? Нет, Лоуна.